Ну, если говорить про первый тайм, то мы допустили одну ошибку и пропустили довольно легкий гол. И нам тяжело было в первом тайме что-то предпринять. Мы постарались это сделать во втором тайме. Вот больше, ну и в первом, и во втором владели территорией, но нам надо играть быстрее. Но в тех условиях, в которых мы находились, это максимум, как мы могли передвигать мяч по полю. Поэтому итоговый счет 1-1. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Болельщик СКА загибал с Артемом. Сможет ли СКА побороться за РПЛ? За выход в РПЛ? Ну, у нас стоит такая задача, но задача стоит из каждой игры, поэтому мы готовимся к каждой игре, и игроки максимум прилагают для того, чтобы выиграть каждый матч. Ну, это футбол. Спасибо. Еще, пожалуйста. Здравствуйте, Роман Сергеевич. Я болельщик СХВ, расскажу, Александр Александрович. Хотел бы вас спросить, что бы вы выбрали, если бы не стали бы футболистом? В какой бы вид спорта пошли бы? Невозможно ответить на этот вопрос, потому что жизнь состоялась, как состоялась. Какие вы зарубежные страны тренировали или в каких играли за рубежом? За рубежом я играл в начале карьеры в Китае немного. А то, что касается тренерской работы, я работал небольшой период на Кипре. Спасибо. Еще, да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Максим Паутов, я болельщик. Это вопрос такой. Знаю, что вы играли в составе Рубина и участвовали в матче против Барселоны на Камп Ноу в Лиге Чемпионов. Скажите, вот могли ли вы себе представить, что одержите победу над лучшей командой мира на тот момент? В футболе нет сценария, поэтому каждый играет отдельной историей, может быть любая команда. А когда вы победили, вот могли бы тогда поверить в это? Когда командир пришел и сказал, вы Барселону обыграли, так ведь было? Ну, футбол забирает, игра забирает много эмоций, поэтому мы, наверное, были опустошены, не до конца понимали то, что мы сделали. И, наверное, я лично ощутил это после второго матча в Казани. Спасибо большое. Спасибо. Еще вопросы? Артем, Жилина, еще хотел спросить. Не стесняйся. Давай, давай. Можно спросить, а как вы попали в китайский клуб «Фуабэй»? Как и в любой другой клуб, то есть поступило предложение, я сделал свой выбор. Поэтому. Спасибо.